Женщина кричит в родах не от боли, а от одиночества и страха, поскольку когда у вас сильное ощущение, да, и вы не понимаете, что с вами происходит, ну вы как малыши, да, малыш кричит, к нему подходит. То же самое женщина в родах. Чем громче ты кричишь, тем больше к тебе подходит и быстрее. Когда рядом с вами команда, и вам говорит, ты молодец, все хорошо, мы вместе дышим, вместе меняем позы, все делаем вместе, учим дышать. Обычно мы дышим вместе, то есть не говорим, что вот плакат читай, а говорим, смотри, давай вместе, вдохнула, выдохнула, потому что это эффект мартышки, считывать с лица гораздо легче, чем воспринимать информацию, например, на слух. И когда мы вместе продыхиваем схватку, зачем кричать? Но от того, что ты кричишь, легче не становится. Потом, когда тебе все время напоминают, что дышишь ты, дышит малыш, сейчас ему это очень важно, ему сейчас тоже непросто. Мы помогаем тебе, ты помогаешь малышу. Ну, правда, у нас редко бывает это такой уже, даже я бы сказала, животный звук, когда уже малыш рождается. Это нормально. Ну, просто вот лежать, такого у нас, как правило, нет. Рты мы не заклеиваем, если что.